Уже в 17-й раз желание продемонстрировать свое видение проблемы ВИЧ и СПИДа объединило более 300 юных художников Брещины. В смотре-конкурсе приняли участие работы представителей школ, гимназий, лицеев, а также колледжей и вузов области. На протяжении многих лет наблюдается одна весьма значительная положительная тенденция. Количество желающих принять участие в творческом состязании только увеличивается, что является хорошим подтверждением того, что юноши и девушек интересует проблема здорового общества. Конкурс мы проводим уже в 17-й раз в этом году. И было представлено на областной конкурс рисунка и плаката «Опасная СПИД» 320 работ, в том числе 120 работ – это среди студенческих, и 200 работ – это школьные и дошкольные учреждения Брестской области. ВИЧ и СПИД – классический пример, когда человечество забило гол в собственные ворота. Статистика специалистов говорит сама за себя. На 1 сентября 2014 года только в Брестской области количество зарегистрированных ВИЧ-инфицированных составило порядка 1300 человек. А это прямое подтверждение того, что проблема существует, и говорить о ней нужно. В этом видят свою миссию и юные художники, победители смотра конкурса. Проблема СПИД и ВИЧ сегодня актуальна, поэтому я своим рисунком хотела донести до людей, что нельзя сдаваться, надо двигаться дальше, жить своей жизнью. Я пока не знаю, как помочь, допустим, детям со СПИДом или остальным. Но вот пока мой способ рисовать плакаты. Более 300 работ, 28 обладателей призовых мест и лауреатов дополнительных номинаций. Лучшие плакаты и рисунки уже совсем скоро отправятся в столицу. Их авторы будут бороться за право считаться лучшими. Кроме того, наиболее яркие и наглядные композиции и работы будут опубликованы в специализированных изданиях или брошюрах.